Его зовут Рокко. Роберто Ла-Рокко. Откуда он? Этот Рокко. Не знаю. Я познакомился с ним в Монте-Кассино. Солдатиков баловались? Я только и слышу всюда об этом, придурки. Неужели все так сложно? Я даже выбора ему не оставлю. Этот наглец должен сдохнуть. Я высказал свое мнение. Решать вам. Все решено. Он не просто увел эту шлюху. Она принадлежала только мне. Это Виланова. Он здесь главный. Остальные друзья. Ты кого-то ищешь здесь для дела? Я не ищу. Этот парень живет со своим папашей. Со старым импотентом. Я никого не искал. Мне и так хорошо. Все. Здесь тебе ничего не светит. Ты навел шороху на весь город. Достал всех, кто знал Ксавье. Это странно. У каждого своя жизнь. Твоя жизнь — это кража чужих жен. Особенно, когда муж путешествует. А я думал, вы в разводе. Что это значит? Это значит, она мне нравится. А приданое? Приданое — это мы. Ты слишком молод, еще плохо соображаешь. Ты дашь нам адрес девушки и свалишь отсюда. Ты слышал, что сказано? Итак, мы слушаем. Нравится мне этот город. И девушка тоже. Тебе дали шанс. Ты им не воспользовался. Вы добры. Слушай, всем будет лучше, если женщина вернется. Не надо было так делать. Ну, надо с чего-то начинать. Что ты наделал? Надо с чего-то начать.